Сейчас увидишь. Бля, охуеть, блядь, спасибо, что позвали. Не-не, мы одну тактику проверить. Ну, две. Два. Просто... Три. Перебляс я, за силу просто. Поскорее. Ой, ё. Ага, ага. Опять начинается вот это, да? Естественно. Что будет, ага? А ты сразу с первых минут пошел? О, хули. Я сейчас тоже подключусь. Не, я не знаю, мне просто и правда интересно, как это работает. Я чисто проверить. У меня вот так ебашили тот раз. Да. Я охуевал. Ну как охуевал? Ты даже значения не придавал. Я первую половину не придавал, потом начал. Бля, а чё, я тогда Барти пижу или как? Наверное. Хотя, ладно, давай, я его. Тёмик, я к тебе. Найти бы Тёмика только. Да мне уже двое нашли. Ну всё, мои стратки провалились, смотри, мне пиздит уже зелёный. Беда. А, вот он. Ладно, я тогда к Барти в гости иду. А, так ты к Барти, я к Костику, да? Угу. Так, бля, как вот хуйню брать? Стань исследователем. Бля, вот тупые тактики, блядь. Жирные курьи, эти, блядь, рабочие. А. Ну, кстати, мне кажется, вождь в ДЕшке круче. Да, скорее всего. Тут это не работает нихуя. Ебать, я думал, в ДЕшке наоборот баланс. Крутили.
А, подожди, сколько у сил? 75? Попробуй к индейцу прийти. Или ты взял баф? Я один взял, второй сейчас планирую. Вот. Тогда все в силе. У тебя что там как? Я напрягаю. Бля, так охуенно без перемирия играть. Рабочие, блядь, стреляют нахуй. Жирные, блядь, французские, блядь. Олег, это еще не все. В этой великой скобочке тактики. Ебанутый. Но рабочий. А частично. А, во-во-во, заработало. Работает! Бля, сбыло. Лопнул, как презервативщик институтки. Тарта пошел нахуй, блядь. Ну ща, ща, это еще не все. Блять, Тёмик нахуй, ты вообще нихуя ничего не делает. Он, блядь, все проебал, ёбаный. Не-не-не-не, Тёмик, еще вины здесь нет. Он наоборот, красавчик, он понял, как это говно контрить. Да-да-да. Я не додумался вчера. Нихуя ничего нету. Знаешь, как мне могут его законтрить? У меня ковала я не скрою бейки. Я часто ковала я на тыкву побыла. Не-не-не, Тёмик, у меня вообще ничего нету, ты красавчик. Я говорю, я вчера это не законтрил, мне вчера, блядь, так снесли. Ну ты,
Я был Кавалаю и нечаянно ее отменил. Потом замість Кавалаю я нажал стройка школы верховой езды. Короче, я тупанул и просто Кавалаю пустил. Она в чи пару секунд она вышла и убила ее. Но в этой версии реально эта херня еще не работает, потому что он, я, мой этот герой очень долго сносил на старте. Все, забей, просто добивай его нахуй. И все, а я сейчас с Костей разберусь. Ну, кстати, против Индуса сложнее, он, бля, форт построил. Да, я знаю. А, я уже вижу. Ну, ты помнишь, как он играл? Он еще с городским махинацией хуярил. Да, я сейчас это тоже буду делать. Блядь, да идите нахуй, блядь. Дали мне Тёмика и такие вот, вот так вот, блядь. Я перевязал силу игры без кривины. Да не, я говорю, тёмиковской вины здесь нет. Здесь просто, блядь, именно вот эта вот страта заключается вот в такой вот хуйне, которую я делал. И я говорю, Тёмик наоборот, он додумался, что, блядь, надо рабочих засадить в городской. Блядь, охуеть рабочие жирные, блядь, нихуя не подыхает, блядь, от горок, блядь. Охуенно. Я тебя нашел. Не убезись. Не убезись. Ля, построили. Я стелил. Ну ладно, будем ломать дальше. Но у меня полная наркомания просто. Так, ты кого обидеть с тубов? Видишь, Лёх, это в ним должны были выйти. А вот подыхают? Да, надо было кого раньше делать. Ну вообще армию делать. Я тут пану, я замість кавалерии поставил, нажав кнопку без школы верховой езды. Вона вийшла і просто не ту карту взяв. За это я тупану. Лёх, посмотри. Куда? Ништяк. Да нахуй ты мне нужен, я пойду к тебе на базу. Как ты думаешь, где и забыли эту стратку? Defiant Edition, еще не играл. Не-не-не, страна игроки, которые ее использовали. Китай или Араб? Ну, Тёмик почти угадал. Корея. А, помню. Я понял, как примерно сюда. Не, ну я говорю, ты красавчик, ты додумался реально рабочего засадить. Я сначала не придавал этому значения, блять, пока мне половину хп не снесли. Я думаю, бля, ну, стоит, хуйней страдает.
А потом бац, бац, блядь, у меня пол хп крепости нету, блядь, а у героя еще дохерища. И все, Хьюстон, у нас проблемы. А, я понял. Как... Бля, у тебя есть еда? Французов отбить легко, но когда тебя двое будут, блять, это невозможно. Ну, чуть-чуть совсем. Все, что на было, тебе... кинули. Ну, кстати, ту атаку я с французом один на один играл, я его отбил. Я говорю, такую тактику один на один можно отбить, но когда... Извини, прибегают второй... Твой человек, как обычно, играет в тактику разъебаться по всей карте, да, рабочий, сука. Алло, я добываю ресурсы по всей карте. Молодец. Как ты можешь добывать карты по всей ресурсы по всей карте, если у тебя, сука, только два рабочих, а один что-то строит, блядь? Рабочий, умник. Ну, сейчас будет два, Кость просто в будущее смотрит. Блять, еды рядом нету нихуя. Может бы ты ко мне добавил, я там бизону за спа поставил. Ну, не, там стоят бизончики. Может бы ты ко мне. Лёх, я к тебе сейчас пойду. А, в этом, на косты поставь на, чтоб исследователь возродился. Да вот встаёт мне хуйня, что? Едь! Кстати, золото за эту фракцию можно вообще не добывать, я так понимаю. Оно мне вообще нахер сейчас не нужно. Нет, конечно. У меня эти за дерево и еду, эти тупо за еду. А чё, золото можешь отдать? Да, кстати, могу. Давай. Все, что успел наковырять. Все, я готов. Ого. Слышь, блядь, иди нахуй, ты что-то строй, не скидывай мне какую-то хуйню свою. Да, дерево. Надо на главную базу и дерево. У меня сейчас тебя два рабочих теперь. Ты на карте, ты мне два рабочих осталось. О, там армия, армия. Ты сказал, что у меня два рабочих. Вот он и перестал двигать. Я сейчас дерево купаюсь. Главный центр построил, всё. Ну что ж, жди, и дай дерево. А, понял. Дерево уже приносит. Там что, сипай? А, блядь, да. Знаешь почему? Может, то, что со второй минуты тебя вынесли, и меня двое ебут, блядь? Я за тебя перебирался, герой, я посмотрел. Я тебя, тоже ты... первый раз играю без перемирия. Ребят, вот тоже эту тактику первый раз играем. Ладно. Я эту тактику тоже первый раз играем. Такой дохкований заниматься. Блядь, ты всю жизнь играешь без перемирия. Не, но такой хуйнёй я первый раз занимаюсь. Не ключевое. Лёха, Костя, не надо страсти, всё будет хорошо. Эй, пролетариат! Только французский пролетариат достоин жить. Это, конечно, все хорошо, а как мы форт будем проносить? Вот это я хуй знает, кстати. А. Крепость Ахы, ага. А где Тёмик-то бегал? Тут его хавка, тут его герой, тут это. Тёмик, а куда ты съебал? Я чуть не помню. У тебя осталось три рабочих, я видел. Да, один сверху золотый дерево. Нет, два сверху дерево, золотый кулак. Значит, меня тоже играл такой француз. Я не вижу. Ну я же не вижу. Против меня играл такой француз, но только я успел в третий век перейти. И я поэтому... Я понял, что пехота это хуйня в один момент. И я стал просто масить коней и выиграл.